А про войну никто не слышал. Нет там ничего. Вот. А то, что рассказывалось в нашей прессе, официально по телевидению, выглядело так, как изобразил Верстаков Виктор в своей песне. Он сам журналист, профессиональный, работал в военной редакции газеты «Правда» в войну. Без конца. С 80-го года начал в Афганистан ездить. И все, что видел, честно писал в песнях. Что он писал самой правде, это там, уже другое. А песня это звучала так. Дрожит душман в Палихумри и около Герата. Его крушат, черт подери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода, границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузы антракты, детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент наш неплохой, но где ж ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится. Она разбила 1000 банд, нет, 1 000 000 миллионов, почти очистила Шендант и 2 других района. Всегда отважна, велика, заслуженно известна, а мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. Второе.